После объединения территория Одинцовского городского округа увеличилась. Теперь в программу развития паркового пространства включен и Звенигород. На общественных слушаниях, которые прошли в столице муниципалитета, особое внимание уделили именно этому городу. Так как мы делаем для людей, поэтому не спрашивая людей и не советуя с ним, и не тестируя наши концепции, было бы неправильно. Здесь будет сегодня обсуждение нескольких территорий, крупных таких рекреационных территорий, на которых хотелось бы обсудить для всех социальных категорий наши идеи и для детей, и для пенсионеров, и для инвалидов, и для малого и среднего бизнеса. Власть в управлении территорией опирается на мнение жителей, представителей инициативных групп, общественных организаций, молодые парламентарии. Все неравнодушные граждане пришли на презентацию проектов развития парков, чтобы не только дать оценку, но и внести конструктивные предложения по развитию и благоустройству. Мы хотим услышать мнение наших жителей о том, что бы они хотели видеть на территории парка, как бы они хотели вообще в целом благоустроить нашу территорию, потому что Одинцовский наш городской округ – это наш дом, в котором мы живем. Там должно быть всем уютно, комфортно. Руководители пяти парков, расположенных в Одинцово, Раздорах, Голицыно, Захарово и Звенигороде, представили концепции развития территории. Рассказали о том, что уже сделано и какие работы будут проводиться в первую очередь. Мария Шматкова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».